настоящего времени существовала необходимость обращения заявителей в орган ЗАГС для подписания бумажного документа, бумажного заявления. То есть через портал осуществлялось бронирование даты и времени, заполнялась электронная форма заявления и направлялась в систему органов ЗАГС. То с 16 октября реализована возможность подписания, не только подать электронное заявление, забронировать дату и время, но и подписать данное заявление простой электронной подписью. Это означает, что жених с невестой в орган ЗАГС являются у нас непосредственно в день, назначенный на регистрацию брака, на свою торжественную церемонию. Ну, простая электронная подпись – это, если можно так сказать, логин, пароль, то есть когда вы без использования, значит, каких-то средств криптографической защиты, ну, бывает иногда электронная подпись на флешке, бывает иногда электронная подпись на, например, зашита может быть в устройстве, то есть когда заранее предустановлено программное обеспечение, которое осуществляет шифрование сообщения специального служебного, который имеет уникальный номер в системе, и этот номер есть порядковый номер, там, или не порядковый номер, а с генератором случайных чисел, не буду углубляться в подробности, идентифицирует вот этот юридически значимый факт в цифровом пространстве.